Кто начнет? Я буду машинистом. Мне нравится смотреть вперед на рельсы, когда мимо тебя мчатся деревья. Мне нравится скорость. А я буду врачом. Буду лечить людей. У меня вот недавно собака заболела, а я не знал, как ее вылечить. Вась, ну ты сравнил собаку и человека. Иди ветеринары. Я вот буду физиком. Хочу разбираться в том, в чем никто не разбирается. А я буду учителем. Сидишь, ничего не делаешь, только оценки всем ставишь. Там же только оценки ставишь, собрание проводить. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних. Пришла похоронка на Васю. Их подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Всех вас, кого оставил на земле. Все. Давайте мы сегодня с вами поговорим о том, кто кем хочет стать. Я буду гонщиком, я буду самым быстрым в мире гонщиком. Я буду дядьком Фиаты. А я буду балериной. А я певицей. А я буду ученым. Кем бы вы ни стали, нужно прежде всего быть просто хорошим человеком и любить свою родину. Именно благодаря этой любви мы с вами живем.